На один день Кронштадтский дворец молодежи превратился в танцевальную площадку. Здесь прошел фестиваль коллективов народного танца «Ларец талантов». Полина Ляликова занимается танцами 6 лет. Сначала водила хороводы, потом решила записаться на степ. Теперь выступает в составе ансамбля «Феерия». Вместе с коллективом она не раз занимала призовые места на различных танцевальных конкурсах. Я в Питере выступала, мы ездили на чемпионат в Москву, в Ярославль, в Псков. Мы очень много куда ездим, потому что в этом году мы вообще идем еще и на образцовый коллектив, и поэтому мы сейчас стараемся. Этот фестиваль проходит третий год подряд. Его инициаторами стали районная администрация и Кронштадтский дворец молодежи. Главная задача фестиваля – показать разнообразие танцев народов России, а также привлечь к этому искусству как можно больше детей. Я считаю, что лишний раз показать себя зрителям, показать себя друг другу – это очень хорошо. И артисты, которые сегодня молодые артисты, они с большим удовольствием принимают участие в нашем фестивале и с удовольствием приезжают в наш Кронштадт. В этом году в фестивале приняли участие 8 творческих коллективов из Кронштадта и Петербурга. Возраст артистов от 10 до 30 лет. Подать заявку на участие в следующем году можно уже сегодня.